Отпуск или командировка – не причина пропускать выборы. Отдать голос не по месту жительства можно, заполнив специальное заявление. Его необходимо подать в МФЦ или по адресу любой территориальной или участковой избирательной комиссии. Избиратель может подать заявление об исключении его из списков избирателей по месту регистрации и включении в списки избирателей по месту нахождения. Никаких причин объяснять не надо. Надо предъявить паспорт и изъявить желание проголосовать на каком-то конкретном избирательном участке. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг работают ежедневно, кроме воскресенья. Заявления специалисты начали принимать с 31 января. Желающих проявить гражданскую позицию вне зависимости от места нахождения немало. Данная услуга является очень востребованной. Заявителям очень быстро и удобно оказание данной услуги. В среднем к нам обращается около 20 человек в день. На сегодняшний день у нас уже зарегистрировано 70 заявлений. Ну, все считают, что решено, но все равно я думаю, что нужно ходить. Наш голос очень важен, потому что вдруг вместо меня кто-нибудь проголосует. Поэтому нужно, конечно, идти. Я считаю, что это важно все-таки. Ну, раз специально ставят камеры, там, чтобы все это было честно. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное, голоса людей, они значат что-то. Дополнительные пункты приема заявлений будут организованы в поселке имени Горького, Березовке и на Красной речке. Получить право отдать голос не по месту прописки можно и через портал госуслуг. Заявления будут приниматься до 12 марта. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Хабаровск. События.